Сдачи не надо. Спасибо. Я заказала пиццу. Это ничего? А пицца здорово. Годится. Мы с тобой работаем вместе уже 2 года, а я о тебе ничего не знаю. Так и... А с родителями ты общаешься? Нет. Сквозняк. Это так и должно быть? Да, все нормально, просто Айден слегка нервничает. Ерунда, правда. Скажи, а Нейтан так и не выяснил, откуда у тебя это? Джоди, Айдену явно что-то не нравится. Одну секунду. Ты меня уже задолбал своей ревностью. Так что лучше бы ты валил в свой гребаный астрал или куда там и не мешал мне жить. Катись отсюда. Ты слышишь, урод? Проваливай! То есть он здесь сейчас слушает нас? Ерунда. Это, наверное, просто тарелки. Я их оставила на краю. Черт! А Айден злится, что я пришел, да? Да плевать мне на Айдена! Черт, Айден! Ты уже задолбал! Наверное, я пойду. Нет, нет, Райан, стой! Нет, Джоди, слушай. Он слишком ревнив. Думаю, надо вам что-то решать. Слушай, Джоди, мы ведь не торопимся. Давай пообщаемся, узнаем друг друга поближе. Может, Айден привыкнет и успокоится. Ты доволен? Добился своего. Теперь ни с кем не надо меня делить. Я надеюсь, что ты охеренно счастлив. Давай, пари там в своих эфирах и любуйся, как я плачу. Ненавижу. Ты слышишь? Ненавижу тебя. Ненавижу тебя.